Всем привет! Вы на канале Мистер Яд. Сегодня специально для вас я сделал новое видео, и оно довольно короткое, зато интересное. В этом видео вы узнаете, что на самом деле говорила мама длинные ноги перед смертью. А вы уже успели поставить лайк? Ставьте! 1, 2, 3! Кто успел поставить лайк, тот супер умный. Кто не успел, тот пускай, когда посмотрит это видео, поставит лайк и подпишется. А мы начинаем. В оригинальной игре Poppy Playtime Chapter 2, когда мамочка умирала, она говорила слова очень неразборчиво из-за того, что кричала. Но именно поэтому многие не могут разобрать, что она все-таки говорила. Но я вам сегодня это покажу. И ради такого замечательного видео можно поставить лайк. Но сразу говорю, озвучка будет с переводом не такая уж и обычная. Так что, скорее всего, вам понравится. А мы начинаем. И русская озвучка. Понравилось вам? Мне, если честно, кажется, что эта озвучка была просто топовая. И вам очень-очень понравилось. Если вам понравился русский перевод, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мистер Яд. А мы встретимся с вами в следующем видео.